Каждое утро начинается с укладки рюкзака и туда. Вот где вода была, вот тебе и паводок. Смыло все нафиг, всю грязь, весь корм. Сытый хариус. Но я не поверю, что его здесь нету. Я, скорее всего, поверю то, что он нажрался и не хочет просто клевать. Ну, место классическое. Такой ловешничек, большая струя, мощная. Ну, четко видно, что здесь яма. А, и рыба там по-любому есть. Попробуем поймать кого-нибудь. После паводка поди нажрался всякой дряни, но будем искать. Саня, на коров? Серьезно? Вот здесь вот? Две штуки у скалы на течении. И две штуки здесь, на перекате. А на течении именно с мощной струи? Прям с мощной струи, да. Прям не где-то граница струи, а вот именно с мощной. Прям в мощную струю кидаешь, он, блин, берет. Ну, там камни и обрывается часто. Угу. А здесь что-то поймал? Здесь двух тоже. Я просто сейчас стоял немножко пониже и видел выход, прям такой всплеск. То есть, возможно, рыба начинает играть. Рыба есть. Клюет. У меня скоро не на что ловить будет. Да ладно, приманок-то у меня достаточно. Если что, дашь ей? Да, конечно. Легенький перекусик. Свою рыбу мы всегда поймаем. А вот покушать перед рыбалкой — это святое. Thank you.
Не упал, и уже хорошо. Друзья, ну мы сейчас проделали немалый путь, около 5 километров. Наконец-то дошли до перспективных мест. Здесь участок изобилует различными ямами. И вот мы сейчас как раз к одной подходим и уже даже видели всплеск. Так что рыба здесь присутствует. Чтобы обозначить, что мы здесь рыбачим, и чтобы не пришел к нам Мишка, мы делаем залп. С Новым годом! С новым счастьем! С первого заброса не поймал, уже хорошо. А если вот туда? Есть, есть! Ай, сошел! Есть, есть! Снял активочку. Как же приятно поймать спустя 2 дня, которых мы просто не ловили, ничего не делали, потому что погода была ужасная. А тут вот он. Смотрите, какой красивый. Ладно, сейчас мы его отпустим и дальше продолжим. Не кидает сюда. Один ветреный, дождливый. Все силы вчерашнем дне. Ну ничего, к вечеру раскидаемся. Связал пару новых мух. Вот сейчас пробуем другой расцветки. Пока первое. Есть! Еще! Сразу со следующего заброса. Да гля, какой сильный, вообще не сдается. Дружище, да хватит уже. Ух ты! Ну вот это килуха точно. Прямо чувствуется, что рыба есть. Просто уметь подобрать ключики. Ключи у нас одни. Мухи. Кого? Поехали. Оба. На нахуй клюет. На спиннинг что-то перестало. Буквально за 3 заброса снял 2 активные рыбы и все. А дальше уже продолжаю экспериментировать с приманками, подбирать, искать тему. Сейчас немножко здесь попробую половить. Вот сейчас поставил. Попробую на колебалке. Если нет, то, соответственно, дальше идем на поиски. Дай мешку завалил. С размером стоимее. Мне почему-то кажется, я побил свой личный рекорд. Он явно больше килограмма.
Таких я еще не ловил. Вот это пузатый! И опять же маленький воблерок. Смотрите какой. Какой парус. Специально для канала «Охота и рыбалка». С порога. А может быть и к счастью, я поставил сейчас более тяжелую приманку. У меня уже было там несколько поклевок и один сход, и вот доловил. Я уверен, там есть еще. Ну, давай. Таймешку там встретишь? Слышишь, если ты меня встретишь, позови. Стояночку Хариуса. Уже несколько рыб было поймано вон оттуда. Со следующего заброса с дальней точки произошла очередная поклевка. Друзья, ну вы сами все видели, мощный поток. У меня удочка до 12 грамм, это аватар. В рыбке, наверное, около килограмма. Без проблем, просто контролировал рыбу, все вываживание без труда и задоринки. Вот.
все, сейчас будем вязать узлы. Обрывы на горных реках случаются довольно-таки часто. Сейчас я вам покажу узел, соединяющий плетеный шнур с поводком из флюрокарбона. Покажу на примере двух веревок. Веревка потолще — это у нас флюрокарбон, потоньше, соответственно, плетеный шнур. Берем конец флюрокарбона, вяжем узел, но не затягивая. Далее продеваем плетеный шнур, затягиваем максимально туго, плотно. У нас остается вот этот конец от плетеного шнура. Делаем 6-8 оборотов по флюрокарбону. Давайте, наверное, немножко подлиннее сделаю. Вот 2, 6, 7. Но я думаю, достаточно. У нас остается ушко как раз вот перед узлом. Мы берем наш конец шнура, продеваем и в обратном направлении. И все это затягиваем. Вот такой узел у нас получается. Данный узел я использую и при ловле того же головля на небольших реках, и при ловле прудовой форели. Даже когда собираюсь ловить судака, тоже. Узел надежный, прочный. Порой даже случается, что рвется возле застежки, а вот это соединение остается целым и невредимым. Первый раз беру в руки нахлост. Сейчас буду учиться сначала забрасывать, а потом уже ловить. А если еще поймаю? Спиннингисты учатся нахлысто. Далеко, вот, стоп, выше. Сейчас чуть-чуть покажу. Стой. 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 Все, все, все. Видишь, все положил. Сейчас клюнет. Клюнет. Подтягиваю потихонечку, вот прямо вот, да, вот этой рукой, этой подтягиваю. Опа, есть. Надо подсекать. Еще поклевка. Надо подсекать. Если ты не подсекешь, как бы, он выплюнет муху. Только он, ты увидел вот этот вот момент. Ага. Вот давай пробуем. Плечо вот сюда прижми. Ага. Вот запомни, тут примерно где-то 11, а здесь час. И вот здесь топы делай примерно. Не заваливай. Видишь, у тебя это уходит. Чувствуешь, уходит? О, видал? Я чувствую, я охрененно забросил. Давай, подтягивай его сюда одной рукой. И потом, когда только клёвку кожу, раз его сюда на себя. Тяни. Вот он здесь стоит, я вот тут долбил сейчас только. Уже перекатилось, он там стоит. А сейчас вот чуть-чуть сместитесь сюда. Три поклевки было. Сюда сместитесь с камерой. Ты вот прямо туда сейчас кинь. Угу. Вот поближе шнур делай. Поближе. Все, хватит. Чуть-чуть высох. Подсушу. Все, ложи. Ложи муху вот сюда. Все, вот смотри. Все, давай на себя. Ну, все, может, больше не возьмет. А может, еще возьмет. Три поклевки было. Есть. Что делать? А прицел ты съест? Да не надо, у тебя удочка играет. Офигеть! Сам купить, как ты, как ты, как ты.
я спиннингист, простите. Ну, мой первый на нахлост. Я офигею. Под чутким руководством Антона. Я, у меня руки трясутся. Офигеть. Все? Я теперь универсал. На поплавок могу, на фидер могу, на спиннинг могу, теперь и нахлостом умею. Я еще хочу. Неплохо получается для новичка-то. Я офигею. Ты смотри, что я делаю. Вот это, бля, вот это хороший. Знаешь, это когда в детстве ты ловишь свою первую рыбу, и ты понял, что ты подсел. Блин, какой он хороший. А удочка выдержит? Бля, какая килуха. Просто нет слов. Вторая рыба на нахлост. А снасть в руках держу первый раз. Но всегда интересно попробовать что-то новое. И в этой поездке я попробовал нахлост. До этого не понимал эту ловлю. С виду смотришь красиво, так эстетически все. А теперь попробовал. И мне понравилось. Это, знаете, как ловля на поверхностной приманке, когда хищник выпрыгивает из воды, атакует вашу приманку. И здесь, в принципе, то же самое. Когда ты забрасываешь муху, сухую муху, я уже немножко понимаю в этом. Она плывет сверху, и Хариус вот такой, хватит. То есть весь вылетает из воды, может вообще выпрыгнуть, подбить муху снизу. Но это красиво. Как много блёсен-то оторвал? 8 штук за сегодня. За сегодня только 8? Да. Ну а запасы как? На исходе. На исходе. Ладно, давай я тебе презентую несколько. Сюда. И в этом кармане. Какой-нибудь тебе заморскую. На здоровье. Ловите больших рыб и не забывайте их отпускать.